война и восстание пошатнули основы королевства Жаркона. Но тут судьба нанесла удар, который чуть было не стал роковым. Неприступный замок Костяные врата сдался врагу, подкупленный шпионами Гарандейла. Королева Итания Гелдрия II, правившая в те времена, оказалась перед нелегким выбором: просить помощи у эльфов или немедля приказать своей армии взять приступом мятежный замок. Привет, друзья! Снова на канале Nemeta Games Projects. Меня зовут Владимир Гросс, и мы играем в Героев Меча и Магии 2 на движке F-Heroes. И у нас тут кампания, шестой сценарий. Будем проходить ворота слоновой кости, я думаю, да, отбивать город. Потому что здесь какая-то на время, у меня на время немножко подгорает все время. Поэтому отсюда начнем. 10 000 золота возьмем, потому что 10 дерева или 2 ртути, на мой вкус, тут вообще ничего не дают. Погнали. Так, что у нас тут есть? Ага, вижу деньги, дребеденьги. Вижу нашего блудного сына. У него совсем неплохой кач. Правда, нет диплы, но кач очень неплохой. Поэтому ладно. Кстати, замок хорошо отстроен. Тут довольно много денег у нас лежит. Очень много денег, это очень приятно. Так, здесь ничего интересного. У парня отличный кач. Что мы можем поставить? Гильдию магов можем поставить. Деньги есть, да? Сразу можно какую-то книжку купить ему. Отличная есть стрелка. У него, конечно, статы 1-2. Но перспектива роста есть. Есть какая-то перспектива роста. Так, а что? У нас все, да? Кончились деньги. Денег нет. Но тут слева есть деньги. Причем довольно много. О, обзорочка есть. Надо заходить в обзорочку. Так, вот собаки. Много собак. Группа мумий. Группу мумий можно, в принципе, покайтить, попробовать. Хотя не знаю даже, получится ли. Потому что на магистров у нас нет ничего. Можно мумиям попробовать скормить, конечно, гномов и крестьян. Замок есть. Но собак я просто не пробиваю. Надо вот этих убивать. Там сколько их? Орда хоббитов. А что такое вообще? Это законно? Тут много, главное, представляете, вот за эту кучу ресов много хоббитов, а за камни орда. Ну, придется нападать на орду. В принципе, хорошие потери, меня не устраивают. Магистров смогу купить только на следующий ход. Опа, тут уже враг бегает, ну-ка. Ну, это обычный враг, не сильный. То есть, по крайней мере, этот герой у него... особого ужаса в меня не вселяет. Так, тут мы немножко подкачались, да? А, вот тут есть вот эта штучка еще. Так, магистров поставим. Кубим. Я бы здесь на самом деле скинул ползущих вот этих ребят, потому что они прям сильно замедляют. Не вижу смысла их с собой таскать в этом случае. Так, барышня ничего не может сделать, пойдет серу заберет, да? Но у него там тоже куча ресурсов у врага. Пойдет, минус единичка всего. Так, сюда залетим. Отлично, деньги были. Жалко, что их пришлось потратить на такую безделушку, но... Тут, естественно, мы никаких спрайтов тратить не будем. Мы здесь их разматываем вообще без проблем. А здесь уже целая куча денег.
Полигончик можно поставить, улучшиться. Колодец у нас есть. То есть, в принципе, со следующей недели мы спокойно пробиваем волков и идем захватывать второй замок. Потому что на этой неделе мы наверняка не успеем даже дойти. Но мы попробуем, конечно. Тут деньги подберет уже второй герой. Заставим драться. Скелетов тоже заставим драться. Чтобы получать экспу, сами пойдем сюда. Здесь что мы можем на пятерок поставить? Рынок я поставлю. Рынок я люблю. Рынки — это здорово. Я даже не знаю, стоит ли покупать еще одного героя. Потому что нам столько армии еще нужно докупить. Не думаю, что стоит. Здесь однозначно скинем медленные войска. Они нас слишком сильно замедляют. Здесь через вот эту штучку проходим. Так, сюда, да? Вот мы улучшили эльфов. На Стоунхендж нам 5 ртути нет, да? Но здесь нигде нет ртути, поэтому мы их не улучшим. В любом случае, только вот за зомбами есть. Мы до зомби на 7-й день только дойдем. Но столько мувов, конечно, тратить не хочется впустую. Можем ворваться сюда. О! Без диплы приняли. Конечно, с ракет. Вот с ракетом мы уже мумеем бы убили вообще без проблем. Но это неплохо. Так скажем, неплохое начало. Ну да, на 7-й мы зайдем в замок. Почилим. Вот это, кстати, неплохая тема, потому что враг часто юзает паралич. А, вот ртуть, кстати. Может быть... Да, как раз 5. Отлично. У нас как раз 5 ртути здесь. Этих ребят уволим, они нам вообще не нужны. У нас здесь-то как раз 5 ртути. То есть мы синих сделаем. Дедов. И это превосходно. С синими дедами мы точно пробьем зомбей. И сюда же пойдем сразу замок захватывать. Два замка дадут очень сумасшедший прирост по деньгам. И в принципе мы тут уже будем получать удовольствие от жизни. Все нас будет устраивать. Тут у нас куча дерева. Оп. Так, слотов нет. Оп. Ну нет, вот эта армия уже такая, внушительная. Это уже внушительная армейка. И с ней мы запросто идем пробиваться. Поставим здесь гильдию воров, просто чтобы хоть какую-то инфу о вражеских зданиях получать. Сразу волков пробивать или сначала мумии? Пробьем сначала мумии, почему? Потому что... Экспа. И копейщиков пробьем, потому что тоже экспа. А потом пойдем бить волков. Ну, неплохо, неплохо пробили. Кентов потеряли. Двигаем лидерство. Блин, орлоглаз сумасшедший. Вот интересно, кто-нибудь из этих кентов присоединится ко мне еще? Вот это было бы очень кстати. Так, нужно покупать еще одного героя, потому что двух точно недостаточно. Плюс у нас есть деньги на это. И у нас тут есть колдунья с 10 спрайтами, и колдунья со спрайтами побольше, чем 10. С 15. Просто сюда она побежит, сейчас мы спрайтов отдадим. Чтобы их было побольше, да, а сами побежим собирать денежки. Просто перед нападением на волков хотелось бы побольше спрайтиков иметь. Окей, пятерка меня устраивает. И сразу в замок, да, идем воевать. Давайте сначала попробуем, может быть, получится не терять спрайтов лишних. Потому что я уверен, что они просто туда забежали. А, ну вот так вот. А, здесь все равно будет, да, здесь надо влетать. Да, здесь так-так будут спрайты потеряны, потому что здесь... Угу. Поставим здесь сразу статую.
Потому что прирост денег — это все-таки прирост денег. И пойдем душить спрайтиков сразу же. Согласны. Ух, отлично. Тут куча бабок. А здесь мы ничего поставить не можем. На лужайку не хватает чего? Денег. Чего не хватает? Денег. Чего? Так, собираем ресы. Эта барышня идет просто собирать деньги. Ртуть. Деньги, ртуть. Так, что нам должна эта барышня сделать? Подвести что-то, быть может, по армейке? Не уверен. Нам бы сюда пробиться. Здесь вон какая-то куча всего. Статы какие-то есть. Или нам налево бежать. Здесь тоже куча статов. Тут сложный выбор, конечно. Так, давайте артефакт заберем. Мудрецу первому, да? У нас вообще мудрости нет. Понял. То есть здесь нам надо идти сюда. Стрельбище поставим. Давайте, кстати, может, экспы покачаем? Да. Покачали экспы. Денег-то тоже надо. Ну, давайте. Блин. Хорошо двинули, но не то, что надо. Заставлять ли их драться? Не будем. Потерки могут быть. Так, а здесь что? Мы здесь можем поставить единорогов, по идее, да? Давайте поставим. Единороги сильные юниты. Пусть они копятся. Понятное дело, что... Так, вашу мораль увеличивает. Вот так вот сделаем. Здесь тоже деньги есть. Неплохо, кстати, по деньгам. Вроде как отбили часть денег. Нам бы мудрость поймать на вот этого парня. Ну-ка. 1500, кстати, максимум выпал. Ух, очень плохо, очень плохо. Ну, удача. А он будет без мудрости, походу. Походу, он будет без мудрости. Потому что он 100% уже без диплы. Но еще, походу, что он без мудрости будет. Блин, здесь только наши герои, ну, типа... И это плохо. Это было бы хорошо, если бы нам нужно было бы мясо дешевое, да? Но это плохо, потому что нам нужно не мясо, нам нужен хороший герой. А хороший герой только у колдунов. Так. Побежим сюда. Интересно. Но если здесь не будет мудрости на этого героя, то очень плохо. Здесь хороший артефакт, хорошая шахта. Так, поставили магистров, отлично, сможем поставить еще колодец до 6-го дня. Ну, в смысле, до 7-го дня. И это будет очень даже хорошо. Дадим сюда разведку. Стрельба базовая, что делать? Тоже побежим на разведку. Тыщенку возьмем. Ну, эксперт лога. Тут что такое? Башня алхимика. Ну-ка. Попробуем взять левел, посмотреть, что с этого получится. Так, колодец ставим. Надо цепочку поставить. Так. Цепочка, правда, не получается. Ну-ка. Кач, конечно, жутко плохой. Жутко плохой кач.
Ни мудрости, ни диплы, ничего нет. Тут тупо разведку делаем. Угу, до тупичка, да? Здесь статы есть, отлично. Так, что нам надо? Нам нужно где-то вот здесь, на середине пути встать. Да, мы не доходим. Вот где-то вот сюда тогда встать. Так, так, эта барышня до сюда дойдет, скорее всего, да? Передаст там что-то куда-то. Тут Стоунхендж можно поставить. Можно поставить рынок или гильдию воров. Хрустальный сад можно поставить, кстати. Чтобы спрайтов было побольше. Спрайты неплохой юнит. Спрайты вообще неплохой юнит. Они без ответку бьют и летают с высокой инициативой. Так, передали много-много армии. Отошли в сторонку. Зашли сюда, скинули армейку. И у нас здесь есть колдун. И у нас здесь есть колдун. Соответственно, купили здесь колдуна. И пошли воевать. Да, отлично. Я прям что-то чувствовал, что мы сможем их к себе присоединить. Прям вот чуйка была. Колдуном пойдем сюда, потому что здесь куча ресов, их тоже надо брать. Здесь у нас дорожку дожмут. Не тратим спрайтов, не вижу смысла. Этой армейкой мы сможем зачистить почти всю карту. Я более чем уверен, что враг вряд ли осилит. Ну ладно, один спрайт, так уж и быть. Телескопчик. Давайте доберем опыт. Есть, мудрость есть, отлично. Все, герой не самый испорченный. Он, конечно, не лучший. Потому что вот здесь как бы... Хотя здесь все навыки хорошие. Единственное, что дипломатии нет. Вот это большая проблема. Все-таки дипломатия сильно решает. О, ну здесь очень много артефактов очень сильных. Это прям... Кайф. Так, эта барышня нам должна будет доносить, да? Стоит ли здесь что-то ставить? Вот в чем вопрос. Наверное, нет. Поставим рынок. И дальше будем смотреть. Так, сначала здесь пойдем посмотрим. Ага, здесь тоже есть какие-то вещи, что-то есть. Но ничего серьезного. О, барышня побежит сюда. А мужчинка здесь потом плюс один защиты возьмет и будет очень сильный по статам. Что мы можем вынести отсюда? Одного братишку, шестерых других братишек и немножко спрайтов. В принципе, очень недурно. И вот у нас уже серьезный стек. На дяденьке, плюс он еще этих ребят присоединил. И вот здесь, кстати, можно подраться, потому что потерь не будет, а опыт нам пригодится. Я здесь возьму, естественно... Плюс один защиты и пойду направо сначала. А потом уже налево. Тут, кстати, можно пройти спокойно, ресурсы пособирать. Без боязни получить по щам. Ну а дальше смотрим, копим деньги. Собираем ресурсы. Базовый мистицизм. У нас есть какая-то стрелка, быть может пригодится потом в будущем. Придется воевать. Отлично, что без потерь. Так, а теперь давайте дадим разведку потом. И решим, куда бежать дальше. Так, здесь-то понятно, куда бежать, поэтому мы здесь спокойно подеремся. Не буду тратить горгулю. Почему? Зачем тратить единичку, правильно? Когда можно не тратить единичку. Статы, конечно, сильно слабее. Сразу видно, насколько сильно ниже дэмэдж. По сравнению, да, с тем героем.
Да, но зато потерял спрайтов. Молодец, конечно, хорошо сыграл. Базовая лога. Ух, вот эти ребятки, бы их чуть-чуть хотя бы присоединить. Двигаем логу. Экспертим логу. Блин, я все надеялся, что может быть там залетит какая-нибудь шальная штучка. Опа. Здесь у нас городочек. Ой, и это драконий город. Драконий город, это очень хорошо. Так, сначала давайте попробуем. Может быть, получится отыграть лучше. Почему драконий город это хорошо? Потому что... Потому что драконий город, это значит, что будут драконы рано или поздно. Да, но главное, что мы сейчас тут пополним кентов, а это уже очень неплохо. Тут, естественно, куча ресов. У нас все ресы есть для того, чтобы ставить драконов, кроме денег. Соответственно, да, нам нужны денежки. Так. Очень не хочется с ними драться, но придется. Ну окей, да. Ну, нам нужна шахта в любом случае. Очень плохо, что у нас нет все еще никакой диплы ни на ком. Так, сразу деньги возьмем. Чтобы там замок поставить, чтобы он максимально быстро начал давать нам прирост. То есть мы поставим здесь замок. Он нам начнет приносить денежку. Приносить денежку. Плюс тут сокровищницу можно поставить, статую, да, то есть это будут большие деньги. Замок. Так, давайте сначала, не хочется терять. Замок все-таки драконий, он очень сильный. Четверых все-таки потеряли, да? Лучников можно заставить подраться, но что-то какие-то потери огромные. Не понимаю, откуда. А, все равно, да, очередь. Так, ну-ка. Здесь хороший артефакт есть, но нам нет смысла его брать сейчас. Потому что... Ну, а, ватапоинт. А если за его подберет вот эта барышня? Она как раз тут на подхвате. Так, а эта барышня что может сделать? А эта барышня, наверное, должна идти сюда, чтобы потом в цепочке здесь тоже заносить армейку. Все-таки пятый день уже, скоро шестой, седьмой. Хм, они решили драться, даже не подумав. Интересный вариант. Мудрость двинули. Так. Вот здесь надо засейвиться. Давайте засейвимся, потому что здесь может быть что-то хорошее. А может быть что-то плохое. Ну, базовый мистицизм неплохо. Для мага неплохо. 4-4 маг все-таки. Это серьезная темка. Так, по деньгам у нас все замечательно. Мы налутали. Так, барышня. Костяной дракон. А вот и проблемка, да? Вот почему надо было сюда идти самому нам, героям главным. Потому что это все-таки силу магии на 2 повышает. А у него с этим делом, как мы знаем, не очень хорошо изначально. А теперь 9-4, уже совсем другая история. Ну, эта барышня соберет деньги нам. Ну, тут сразу ставим в бабки, идем в бабки, потому что на этой неделе мы все равно драконов не поставим, да, а прирост денег, чем раньше, тем лучше.
Здесь остаемся. Барышня забирает здесь древесину. Возвращается куда-то назад. Здесь девушка забирает денежку. Идет за опытом. Берет логу, отлично. Стоит ли пробивать здесь очень много эльфов? Они будут с нами драться, скорее всего. Если только засейвиться и попробовать присоединить. С другой стороны, мы должны до 7-го дня забрать у врага здесь деньги, чтобы ему не пришли на первый день деньги. Плюс здесь статы есть, можно будет подраться. И, кстати, потом будет удобнее доносить армейку. Окей, пробили. Сокровищница есть, статуя есть. Хороший прирост. Давайте посмотрим, какой у нас прирост по деньгам сейчас. Доход золота в день 4250. Это очень жирно. Плюс у нас есть какие-то шахты. По ресурсам у нас все замечательно получается. Так, здесь барышня стоит. Здесь барышня какая-нибудь, может быть, тоже куплена. Вот это, кстати, хорошая барышня. Но бог бы с ней, с этой барышней, да? Замаячил где-то враг на горизонте. Очень большие потери. Не понимаю, откуда могут быть такие потери. Мы можем просто вот так вот сделать, да, чтобы... Ну-ка. Вот. Плюс один защита, тут еще атака есть. Здесь и проблемка в том, что у нас здесь статы очень слабо. 1, 2, 4, 4. Конечно, понятно, это неплохо. 20-25 кочевников. Давайте-ка мы вот так вот сделаем. Угу, замечательно. Плюс один атаки. И пойдем сюда. Здесь просто дадим разведку. Здесь тоже какую-то разведочку дадим. Могила есть. Какой-то глаз-алмаз. Могилу мы зафармим. Я более чем уверен. Единственное, что давайте мы вот так вот сделаем, чтобы у нас боевой ударный стек был более жестким, да, и сначала. Естественно, такие потери нас не интересуют, огромные. Тут можно начать просаживать стрелками. Все-таки 4 зомби за выстрел — это уже серьезно. Отличная зашла моралька. Опять же, да, не искупимся на 4 зомби. Так, восьмерка будет ходить, потом двадцатка, да? А двадцатка до сюда не дойдет, при всем желании. А потом пятнашка будет, нет. Одиннадцать первыми походили. Неудачно. Ну, в целом неплохо. Шапка. Все заклинания на 10 ходов. Ну, такая себе шапка, конечно. Можно что-то еще пробить. Орки какие-то есть. Халявные. Мы их заберем. Ну, естественно, на второго героя, конечно, нам на первом герое они не нужны. Но то, что здесь грейжены, ребята, мне не нравится. Ох, моралька просто душит. Естественно, по снегу мы возьмем эксперта. Так, здесь надо, знаете, что сделать? Вот такую вот качельку придумать. Угу.
вот такую вот качельку мы здесь придумаем, а здесь мы поставим что? Хотя бы что-нибудь. Поставим хотя бы склеп. Прирост от бонусиков, так скажем. Так. Посмотрим, что здесь есть. О, конюшня, блин, нифига себе. Тут надо идти и пушить. Может быть, какой-то замок найдем. Снижает стоимость заклинаний проклятия. Так, денег полным-полно, да? Получается у нас. Хватит на все. Денег у нас полным-полно, уходим с дороги. Грейдим. Колдунишка есть. Есть девчишка. Ну, возьмем колдунишку. Потому что у него здесь все полезные юниты. Опа, дипло дошла. Ну все. Какой смысл нам теперь бежать туда, если у нас есть смысл бежать сюда? А догонит ли нас этот дружок? Может не догнать. Давайте до сюда дойдем, до сюда у нас точно догонит. Ну здесь, соответственно, сразу в драконов идем. Угу, враг есть. Забежим на всякий случай сюда, почему бы ты еще опыта не получить. Качнем базовую стрельбу, пусть будет. Ну, неплохо. По армейке. Ну и, соответственно, что, мы сюда сразу и бежим. Потому что здесь есть эльфы какие-то, да, там, которых можно будет присоединить. Вот тут грейжены есть, их точно можно будет присоединить. Так, враг очень слабый. Тут, видимо, магия у него есть. Так вот сделаем. По идее, должно хватить, да, чтобы он не сбежал. И... О, мешочек-то с камес... О! Нифига, у него тут артефакты были. Блин, у меня слотов не хватило. У него, походу, еще какие-то артефакты были. Очень сильно. Опа, городочек. А вот это мы хорошо запушили, да? И здесь можно замок сразу поставить, чтобы купить героя. Есть крэг-хэг, есть барышня. Ну, крэга-хэга возьмем. Все-таки это такой, знаете, герой. Олдскульный, да? Так, паралич оставим себе. На что нам не надо здесь? А, вот эта штука нам точно здесь не понадобится. Кристальчики нам не понадобятся. Шляпа нам не нужна. Ваше передвижение по воде нам тоже не интересно. Бесконечные боеприпасы оставим. Магию и силу оставим. Атаку оставим. Статы, конечно, бешеные. Ну, а крэгушку, хэгушку мы отправим куда-нибудь погулять. Но на следующий ход, потому что, к сожалению, мы здесь не в состоянии выйти. Болото ставимся, лабиринтик ждем. И на этом, наверное, завершим наш ход. О, 20 орков. Почему? А все очень просто. Дело в том, что пора заканчивать. В следующей серии будем продвигаться дальше, и это будет интересненько. Ну, а на сегодня, ребят, всем спасибо большое за внимание. Надеюсь, вам было интересно. Довольно так интенсивно, плотненько мы нападаем, развиваемся и все вот это вот делаем. Низкий вам поклон, да, кстати, за просмотр. Ваша активность тоже очень важна, не забывайте. Все ссылочки есть в описании и на поддержку финансовую, и на поддержку информационную, и просто на комьюнити-поддержку.
А у меня все. Пока-пока, ребят, скоро увидимся.